Ой, здрасте. Я не заметил, что камера уже работает, и поэтому я тут прихорашивался немного. Пока не успел включить запись, я обанкротил казиношника 2 раза, и он удалил свое казино и ушел куда-то в небытие. Вместе с этим игровым автоматом. Ну ладно, окей. Я не знаю вообще, мне эти очки как идут, не идут. Надо ж, наверное, каждый выпуск с вебкой экспериментировать. Ну вот так вот до Иракеза дойдем, думаю. Вот, и буду Дон Жуаном тут на вебке у вас красоваться. Против мирового голода. Так голода вроде бы нету, я вот сытый. У меня просто такая политика, если я сытый, значит в мире нет голода. О, идем быстрее. Но этот точно не голодает, мне кажется. Гамбит РП банк. В него вообще кто-нибудь заходит? Нет, я сколько на серваке тут записываю роликов. Я никогда тут людей не видел. Больше, чем одного человека, и то меня. Шо ты сразу кулаки достал, а, другалю? Шо? Так надо, не ходи. Ты дебил? Долбоёб, блядь. Здорово. А кого тут убили? Не знаю, здорово, вообще блядь. Понятия не имею. Ну, я ничего не видел тогда. Да я тоже ничего не видел. Я тебя вообще впервые вижу. ПНН. Ну, давайте по-быстрому в центр сбегаем. Только-только начался Камчас. Я надеюсь, я успею дойти. Успею себе, надеюсь, купить квартирку. Сука. Которая находится недалеко. Тут занято. Тут тоже занято. Ну, я тут не хочу, тут много застраивать надо будет. А вот здесь вот нормально. Ну что ты, маленький? Руки вверх, давай, братан, братан, заходи, руки вверх. Нормально, что ты на улице стоишь? Дом, заходи. Ты дебил, на улице стоишь, алло. Дом, заходи, в дом заходи. Я не хочу в дом заходить, бля, больной, что ли, совсем? Иди нахуй. Иди нахуй, говорю. Нахуй себя пошли в жопу. Нахуй себя пошли в жопу, долбоёб блядский. Очкошник. 911. Сюда зайди, блядочку. Пошёл нахуй, сукин ты сын ебаный. Давайте, быстрее. Два человека меня ограбить хотели. Вот они, ограбить ой, хотели. Закрыть периметр! Что? Закрыть периметр! Я не могу домой зайти к себе, меня ограбить хотели. Отпусти, ну. Ага. Они мне угрожали оружием, понимаете? Угрожали очень сильно. Я боюсь. Вот, один, это он, да, это он был. И второй, вот он, второй говорил, что убьет меня и хотел денег моих. Не арестовывайте. Они грабить меня хотели, грабить, убить. Это мой дом, ребят, я не хочу, чтобы он ко мне домой заходил. Это проникновение. Спасибо вам, спасибо огромное. Пока ПНН, я, наверное, никуда выходить не буду. В этом смысла никакого нет. У меня просто арестнут секунд, может, на 300, я хз. И все. И дни мои свободные сочтены. Вот этого челика тоже сейчас обыскивать будут. Понеслась, давайте. Алло. Я тебя слушаю. Ну что ты, башка петушиная, где лазишь? Я далеко. Ну подходи давай на поляну. Я иду домой. Я здесь, все, блядь, да, стоять отойди. Нахуй. Стой, он мне оружием угрожал. В том подъезде в цемент. Ничем я ему не угрожал. Автомат был. Лицом к стене встал. Был автомат у него, или дробовик, не помнишь. Он меня пытался грабить во время комендантского часа, если вы помните. Угроза оружием была. Комендантского часа уже нету. И шо, блядь, это не отменяет того, что ты мне угрожал. Дайте в жопу. А я от тебя не отстану, Дир, что ты мне сделаешь? Что мне пристает? А, он ко мне арестует. Да что? Что? Я стою, так ты за что меня арестовать хочешь? За то, что ты меня грабить, сука, хотел. Ты мне стволом угрожал. Но разве это нормально? Нет. Кому я угрожал? Мне ты угрожал, ты, сука. Чем я угрожал? Спасибо вам огромное. Скажи честно, он это дело ведет? А? Интересно, я получу за это пизды? Скажи честно, он это делал? Нет, он делал реально, без приколов всяких. В цементе. Мы посмотрим... Как вообще жалобу разберут или нет? Админ, вызвать админа. Армит РП. Ну давай. Я не знаю,
разберут на это или... О, взяли, Валентин какой-то. Ищи так быстро. Да-да. Привет, забирай меня. Вот что он держит, разглядеть бы. Бел на улице стоит. Нормально? Все, ты на улице стоишь. ФАМАС, ФАМАС держит. Игрок с ником Ростик держал ФАМАС в этот момент, стоял на улице. Он сейчас на жалобе. Мы можем к ним подлететь просто и послушать, когда закончится. А, и второй тоже с оружием был. И второй тоже человек так же делал, у него ник Вул, если не ошибаюсь. Да, вот он ливнул, правда. Сейчас. Ну типа пруфануть надо будет, я пруфану без проблем. Мы хотим зайти, но он закрывает за собой дверь, я в нее вырезаюсь лицом. Потом он открывает эту дверь, пытается выбежать. А мы уже заранее типа оружие, ну мы прямо на пороге двери. Все, и он стоит, мы так друг друга смотрим. И он убегает, когда мы ему говорим, зайди в дом. А ты почему не зашел? Потому что это не, не РП-ситуация совершенно. Человек отыгрывает так, как ему нужно, несмотря на правила. Это неправильно. То есть, по-хорошему, если соблюдать правила, этой ситуации бы не произошло, если бы они там стояли с улицы, доставали оружие и угрожали. Какой это РП-процесс? Ты зачем ты дверь перед лицом закрыл? Дверь уже открыта была, ничего не ты мешало видишь, мне перестать блочить, чтобы я вышел. Но вы захотели поугрожать оружием, находясь на улице. А это не по правилам. Вау, улица. Ну, вообще, да, это нарушение. Ну-ка, зачем он двери-то обузит? Зачем он перед дверью? Кто все обузит-то? Я хочу выйти, ты мне не даешь. Ты меня блочишь со своим другом и держишь оружие в людном месте. Кто блочит-то из вас двоих? Вы как раз-то и делаете. Ходишь в дом, видишь то, что мы заходим, закрываешь дверь. Потом разворачиваешься и идешь выходить. Ну, так я передумать могу. Я что тебе, не знаю, неудобство какое-то доставил? А? Типа, никто не мешал убрать оружие, не доставать его даже, понимаешь? Отойти, дать мне выйти и пойти по своим делам. Я же потом его убрал. Ты же так говоришь, как будто я тебе не давал сам зайти специально в помещение, и тебе типа пришлось достать оружие. Но ты же сам хотел, чтобы я зашел туда. Вы же сами двери потом и открыли эти, никто не мешал вам туда зайти. Вообще, вы могли бы просто попросить его отойти, либо дать ему просто выйти, но спорно на самом деле. Да ты нет, ограбить пом, просто хотели они, да и все, но... Знаешь, микро нормально. Достали бы они оружие на территории цемента, я бы послушался, потому что это РП-ситуация. Пусть там грабят, пусть воруют меня, но это РП. А вот то, что они на улице стволом стоят, светят интересные такие, это не РП. У тебя есть это видео-то? Кого? У тебя видео есть на нарушение? А что такое? Я что-то, ну, не так сказал, я ошибся. Пока объяснял. Что именно показать? Ну, вообще, просто видео, пока, это... пока мы объясняли тебе всю ситуацию, ты несколько раз сознался в своем. Этим минималку дам за 10. Минут 10, да. Сколько угодно. Это вообще херня. Пофиг. Ну, окей. Ну, в общем, ты свою ошибку признал. Да пофиг, да. Хорошо. Там и Ростик следующий. У него так-то он... Ну да, вообще, на но самом деле, смотри, спорно, по факту но... он... Да. Тут то и он, и я как бы... Нет, побольше. Он оружие не подсказался. Ну да. А я то, что оно прям на... Ну там, вот смотри. Ну, ты понял, не, короче, это двери, я вот примерно я... Не, я представляю, как это выглядело, да. Я просто это не записал. Запись сейчас. Ну ладно, по большей части все равно нарушение на тебе висит. Ну ладно. Зармет. Я немного просто не понимаю его логики, ну вот этого обвиняемого. Ну вот, ты же не послушался, как я тебе угрожал оружием. А в чем прикол-то? Ты вот этим действием нарушил правила. То есть эта ситуация не РПшная нисколько. Она нон-РПшная. Она идет вразрез с правилами сервака. Значит, она, ну, в какой-то степени неадекватная, правильно? То есть, а какой мне смысл тогда отыгрывать неадекватную, не РПшную ситуацию? И второй человек... Кто у нас еще? Ростик, Ростик, да, Ростик, Ростик. Его вроде бы админ ареснул через админ-панельку на 300 секунд. И типа он говорит то, что вот у тебя фир РП, а... С каких пор, собственно? Эта ситуация уже не РПшная, потому что ты так сделал, что она будет не РПшной. Какой мне смысл что-то там отыгрывать еще, если это не РП-ситуация, которая по факту она ни к чему не приведет и ни на что не повлияет? Я ее наоборот вывел в РПшную ситуацию, когда они все-таки убрали оружие и съебали. Я РПшности больше добавил тем, что
пожаловался на них в полицию. А не пошел там, к примеру, сам бегать с катаной, кромсать их, когда они убрали оружие и все уже забили на меня. Не, я вызвал полицию, и ПРП порешали. Его потом еще дальше арестовали еще за это. Вот, короче, смотри, да, на тебя жалоба за арметр-РП. Вы вместе со своим другом-напарником стояли возле цемента, угрожали человеку оружием. Ну, он был в здании, вы к нему только-только забегали, и ты оружие достал, начал ему угрожать. Так, алло, мы уже стояли в здании с ним. А он говорит обратно. Далеко. Ну, он... Демка есть? Далеко. Демка есть? То есть, подожди, я стою на дверном проходе там, вот этом же... вот. Ну, я там, ну, и ты стоишь на улице. Мы тоже стояли в дверном проходе с тобой. Но где смотри, ты за другом своим здании, стоял? А вы, я так еще понял, дальше, были на улице. Чем я. Ну, мы, типа, не прям на улице, но мы в дверном проходе стояли. Неправда. Слушай, да, покажи дымку лучше. Скрином сейчас пришлю, я с того места ни на шаг не отступил, пока они ствол не убрали. Сейчас. И где он тут дверной проход увидел? Дурачье совсем, что ли? Ща закину ссылкой. Ну шо, админ, это похоже на то, что он стоит в дверном проходе или не? Шо и требовалось доказать. Там именно тебя конкретно на улице видно. Блин, я в очках такой охуенный, ну, кстати. Нет, ну, вы стояли возле прохода, но сама суть у вас прям четко видно на улице с оружием. Там, да там просто на скрине оружие не видно, но оно, получается, торчит из живота оружия. Ну, это я понял, это баг. Это да, баг, но там был то ли ТМП у челика, то ли пистолет, а у него был ФАМАС. ФАМАС же у тебя был? Да, да. Ну вот, видишь. Ну, в общем, это армет РП, поэтому да, я тебе... Ну, просто для меня это был как этот... Для меня это был как дверной проход, но как бы если этот... Хуя себе, это что тебе? Мини-тоннель какой-то, дверной проход такого размера. Дядь, ты чё? Слушай, давай пообещай, что ты так делать не будешь. Ну или постараешься так не делать. Так я и не ориентировался, я типа... Ну короче, я не знал это правда. Давай его простим я туда. Я типа понял правила. Тут можно так сделать? Да, к сожалению. Вообще никак, что ли? Не, ну типа, я помню, был откуп какой-то, кажется, за нарушение. Но я могу как бы и простить. Я жалобу ж подал. Уже нельзя. Уже нельзя, его напарник уже там как минимум отлетел, поэтому уже не все. Да, я да, да. Но я просто хочу, чтобы тебе наказание не выдавали, типа, простите, и все, чтобы ты пошел играть дальше. Нет, я понял. Хреново. Ну, давай даже спросим. Слушай, можно, если человек прощает другого, можно же бан ему не давать? Можно. По-моему, уже нельзя. Ну вот. А, можно? А, ну окей, да. Все. Да, ну все, ну тогда жалоба откуп закрывается. Нельзя. Ну все, молод, тогда иди, играй дальше. Но он его простил. Да, да, да. Спасибо. Да. Да, ну все, тогда повезло. А то я когда забыл. Я ну, просто все, смотрю, он адекватный в нон-РП-формате. Мы общаемся на жалобе. Он ну, максимум, что он там типа попросил, это демку. Ну, а че его за это хуесосить? Мы так, в РП посрались, а у меня к нему нормальное отношение на жалобе. Я просто смотрю, он адекватный и не токсик какой-то, долбоёб мелкий. Ну, он мелкий, да, но не сказать, что прям долбоёб. Чё, кто не нарушает? Я тоже, бывает, нарушаю правила. Опа, ебать кухня. Бля, школа ремонта, че кого? Давай я тебе тоже тут накидаю стройматериал. Кого? Да давай, держи. Держи сейчас. Да подожди, блядь. Да подожди, вот. Держи. Лысый, шо, кто ёбнулся? Ты ёбнулась, голова. Снимай давай, балки ставь. Офицер, я могу объяснить все, подождите, я могу все объяснить. Проникновение на частную собственность, так она у вас открытая полностью была, в смысле проникновение? В смысле ваша проблема, я смотрю, тут чел готовит что-то, я думаю, может кухня, забегаловка, бля, пиздец. Интересный ты человек. Забегаловка там на лавке у меня. На какой нахуй лавке, что ты несешь? Ты ебаный чоповец обычный. Что ты мне тут рассказываешь? Я зашел, я думал, тут ремонт. Я думал помочь ребятам с ремонтом и все. Я тут просто стройматериалы дал, которые у меня были. Но я не думал, что как бы ребята настолько больные на голову, блядь, да? Я не знаю, что он там мычит. Вылези. Что ты делаешь, блядь? Ты ебанутый? Вылези из машины. Ты что, долбоёб? Вышел, да. Нахуй ты
он выбил двери в моей машине и по факту напал. И причинил вред моей собственности, пиздец. Интересный ты человек. А ты из-за тайзи не можешь что-то перекрыть? Он угрожал моей жизни, моему имуществу. Это ты ебанутый, видимо, сука. Пошел нахуй, пидор в сраты. Пошел нахуй, пидор в сраты. Сосать. Сдохни, блядь. Еще что-нибудь расскажешь? Сопливый хуесос. Как дела твои? Раз, два, долбоеб. Карлик ростом с мой хуй, закрой, еблет. Мужики, можно? Маму полиции ебал. В данный момент вот. Здорово. Причина того, что ты выбиваешь дверь в машине чужой. Меня за это же забанили. А почему угоняешь чужую машину? Не говорю, меня за это же забанили. За что тебя конкретно забанили? Нон-РП. Ну, нон-РП именно в чем? То, что ты дверь выбил или то, что ты машину угнал? Это один и тот же пункт. Это понятно, что один и тот же пункт, но два нарушения разных. Ну, меня забанили 10 минут. Ну, за что тебя конкретно забанили? За угон машины или же за то, что ты двери выбил? Ну, ко мне какие вопросы, блядь, я ебу, клочек спрашиваю. Нет, ты же должен знать, за что тебя наказывают. Я тебе говорю, я не ебу, блядь. Мне сказали, план за НРП на 10 минут. Все, блядь. Ты его за что забанил? Я же тебе сказал, Вова. Потому что ты выбил ему дверь. А, за угон машины, значит, тебя еще не арестовывают. У тебя будет бан за НРП также, за другое уже. Прежде чем банить, дайте мне человека, пожалуйста, на разбор. У него бан за нон-РП 30 минут, не забудь. В принципе, меня это устроит. Сюда ушел. Она у меня уже года полтора есть. Я на какого-то дегенерата, блять, похож в этой маске, нахуй. Шо ты, отдавай бабло свое. Ну, может, ситуацию поправят очки? Но так хоть на умного похож. Да. Нихуя не вижу, куда нажимать. Аренда комнат, магазин оружия, обща. Где комнату снять, блять? Отойди от двери. Отойди от двери, комнату надо. А тут кто-нибудь живет. Нахуй ты меня кусаешь? Эй, покинь! Это моя комната, уйди! Какая нахуй комната? Ты, блять, вообще бездомный. Ты по факту не можешь иметь место жительства. Больной нахуй. Что, блядь? Да дайте выйти, нахуй. Вы, блядь, идиоты, что ли, или как? Вы здесь арестованы за ношение нелегального оружия. Что здесь происходит? Можете сказать, пожалуйста? Что ты, блядь, делаешь? К стенке. Ну, привет, ребята, и это первый стоп-кадр за 17 минут. Вот это да. Так вот, это первый момент за весь ролик, который нам нужно было бы прояснить. Как вы думаете, пересмотрев этот фрагмент, у меня будет фир-РП при учете того, что я достал оружие, ну, немножечко позже этого человека, буквально на доли секунды? К стенке. Пошел нахуй, долбоеб. К стенке, блядь. Нахуй ты меня пытаешься крепить наручниками? Ты что, совсем уебался? А, ну тут рассинхрона быть не может. Я даже не стою на этой, блядь, киллзоне вонючей. Все, летим. Фойер какой-то, фойер. Вы тут? Привет, я занят, подожди сейчас. Ну погоди. Ну подожди. Вообще-то говорю, я тебя забираю на разбор. Я говорю, я занят, я человека сейчас хочу за нарушение наказать. Потом разберемся с тобой. Ну давай. Хорошо. А тебе, блядь, что надо? Так, он стоит, нихуя не делает, тогда мы его тэпаем. Привет. Алло, за чё убил? Привет, мешал выйти. Мешал выйти? Ну так можно попросить выйти. Ты не видишь, я пытаюсь просочиться, ты простоишь. Чего? Я просочиться пытался, ты простоишь. Ну так, ты же разговаривать вроде умеешь, ты же можешь попросить отойти. Но мне лень было говорить. Ну, значит, тогда у тебя 30 минут бана за фрикил. Бан, 30 минут, ФК. Так, а теперь с тобой. А во-первых, почему ты не подчинился моему приказу, когда я стоял с оружием? Первый достал оружие и сказал лицом к стене. Почему ты не подчинился этому приказу? Так, я не понял. Ты меня подбежал молча заковывать наручники, кричал мне лицом к стене с наручниками стоя. И я достал ствол и выстрелил по тебе. Стой, ладно.
ты обозвал там, ну, кого-то, я не помню. Я хотел тебя проверить на оружие, есть ли у тебя что-то, и вообще, если ты по чем-то отыграть РП. Почему ты не подчинился моему приказу, когда у меня в руках было оружие? Ну, потому что я в этот момент тоже оружие достал и убил тебя сразу. Нет, смотри, я достаю оружие, ты в ответ. У меня есть ты... Если, короче, ко мне есть претензии, можешь подать на форум. Я могу доказать, что я первый достал оружие и сказал лицом к стене. Ну, ты сказал лицом к стене я еще без оружия. Давай с этого начнем. Ну, смотри, но оружие-то я первый достал. А ты достал там через 2, через 3 секунды. Какие через 2, через 3 секунды? Давай я пересмотрю. Окей. Я пересмотрю. Сейчас я гляну, через сколько я достал оружие, и тогда посмотрим. Интересный еще один тоже, блядь, админ. А я этим ганну. Ну давай глянем. Ее не натягивай, куплю все. Так, чтобы ну тут не... я с ментами. Может, да. А во. Вот он меня стоит, крепит, уже пытается. Что ты, блядь, делаешь? Он что, считать не умеет? Какие тут 2-4 секунды, сука? А. Эта мразота решила не разбираться толком, да? Окей, я жалобу также подам. Хорошо. И где он там насчитал 2 секунды, он мне, блядь, молча сейчас выдал бан, говна кусок, блядь, и ушел. Сказал то, что я сейчас демку пойду пересмотрю, через сколько мы там достали. То есть он говорит, типа, он мне 4, около 4 секунд угрожал уже. А я только потом достал оружие в ответ на него. Но у меня на демке видно то, что мы буквально почти одновременно достаем оружие. Он чуть-чуть раньше, но я позже и стреляю в него. Типа, а как тут тогда играть? Бан за неверный, типа, вердикт. И жалоба на администрацию на форуме идет. Если бы он условно там просто тебя бы пгал бы физганом и просто по приколу двигал бы, это уже бы админа буз, я бы его мог забанить. А я, что это тогда за нарушение? Не куратор, я не могу варнивать. Ну, это неверный вердикт. Неверный вердикт, а какое это правило по счету? За это варн дается. Ну, это просто, если администратор выдает неверный вердикт, то ему выдается варн. А я, ну, не куратор, я хелпер. Я не могу варны выдавать. Ну и я не ответственен за администрацию. А зачем ты взял жалобу на админа буста? А там не пишется, типа, то, что за что у тебя жалоба. Там просто висит жалоба, ник твой и сколько она висит. А-а-а. Ну, это правило администрации 4. Запрещено банить, кикать, мьютить и т.д. без корректной причины. Так это и есть админа буст, это к нему и относится. Вообще-то это, так сказать, сейчас... Нет, это админобус, и вот список этих 1, 2, 3, ну, 4. Ну, это серьезное нарушение, за это ван дается. Ну, вообще всегда дается ван за это. Ну, да, я тогда спрошу одного человека. Ну, да, просто разобраться бы с этим хотелось. Можно автограф S of Stars, пожалуйста. Кого? S of Stars, пожалуйста, автограф. Как тебе расписаться, где? Можно автограф. А? Сейчас. А можешь просто... Можно с тобой сфоткаться просто? Да давай. Давай, хорошо. Сейчас, второй раз попробую. Да, человек с ником каким-то там 2017 или сейчас, что-то такое. Хуйней страдает, грубо говоря. Но он ливнул, походу. Так, а вот, убийство, во, убийство, я его бахнул. Он, получается, со мной участвовал в этом, так скажем, РП-процессе. И потом он мне объяснил, типа, у меня фир-РП. Я говорю, давай я демку гляну, посмотрю, сколько я там стоял, якобы не слушался приказа в оружии. Он говорит, типа, секунды 3-4 я не слушался, и потом достал оружие и убил их. У них там, типа, тайминг маленький вот был, там, полсекунды. Еще раз посмотрите ситуацию, а то там... Ну, меня пытается человек со спины завязать наручники молча. Потом, когда я это замечаю, я начинаю от него убегать. Он начинает мне говорить лицом к стене. А в этот момент он через какое-то время достает оружие. И получается так, что я там через полсекунды, ну максимум секунду, достаю его тоже и убиваю его. Получается так, что мы, считай, одновременно почти достали ствол. Ну нет, я впервые это... Да ну, я не говорю то, что я раньше тебя его достал, а просто говорю, что ну, разница, ну, которую все, ты назвал, несколько тоже секунд,
она, ну, не такая, сказал, на секунду, самом деле. Секунду-две-три. Секунду-две-три, слушай, это достаточно большая разница. Секунда-две-три. Да. Ты около четырех мне обозначал секунд. А теперь у тебя секунда-две-три. Не, это имеет разницу. Если бы ты в эту же секунду доставал оружие, ну какое тут тогда фир-РП? Если бы 4 секунды, на 4 секунды раньше бы ты достал, то да. А там было, ну, много людей. Я тебе до этого говорю, я с наручниками стою, говорю, лицом к стене. Нахуй, потом долбоёб. У меня из-за того, что пинг, я достал оружие намного что раньше, ты, блядь, но делаешь? У меня в руках оно появилось позже. Потому что тем более там Сергей было дофига людей. 2017, можешь показать самого день? Бана? Бана? Самого бана нет. Самого бана нет, скорее. Я не знаю, сейчас посмотрю. Если у меня это записал вообще, то покажу. Нем, когда банишь человека, должен быть у тебя. У меня демка что есть. Что ты банишь человека, нет, и доказательство тоже, что ты его банишь. Вот, тогда можно он покажет? У меня, ну, не записалось. Ну, мне ты, надо твоя демка. Ну, он тоже показывает. Я хочу, чтобы ты мне показал демку своего бана. Ты же говоришь, что у тебя там пинг, и ты из этого раньше. Можете, достал? Да, показать тоже демку. Скинь дискорд, я тебе позвоню и покажу демку. То есть этот долбоеб толком считать не научился еще. Зато он админку имеет, прикольно. Ну вот смотри, я даже покадрово покажу. Вот он достает, и я уже тоже, видишь, выбрал. Селектор убрался. И то есть, вот, все, я тоже достал. Там нету одной. Он за это забанил, да? Да, там нету одной, двух, трех. Покажите, секунд. Пожалуйста, демку там, где он выдавал наказание. Сейчас покажу. Вот перед этим объяснил, поэтому, ну, я в данном случае могу выдать два варна, если у него отсутствует демонстрация экрана того, как он вам выдавал бан, а за отсутствие, ну, доказательства своей работы. А вот, кстати, даже можешь глянуть по времени, тут справа вверху показано. 21:17:29 где-то, 3 секунды, и вот дальше время идет, как я смотрю демку. Видишь, меняется там задний план чуть-чуть, может, видно будет. На то, что я забаненным становлюсь. Вот. Вот здесь вот. Все, я уже забанен. Да. А сейчас разберемся. Возможно, у него будет два варна за неверный бан, поскольку, ну, там реально не было фир-РП, как он утверждает. И, возможно, за отсутствие администрации. Ну хорошо, все, я сейчас тогда от дискорда отключаюсь. Так, что ты там демку нашел свое? Да какая у него демка? Он, сука, считать не умеет, о чем речь. Ну, я по демке посмотрел, нарушения правил фир-РП не было. Если у тебя отсутствует демонстрация экрана, это получается два варна за неверный бан плюс. Слушай, а мне вот интересно, а как ты, ну вот, ты же сказал, типа, посмотри демку, и зачем ты забанил-то сразу? Я тебе говорю, стой, я только что, говорю, смог скачал, ну, типа, я не заходил более полтора года в него. Тебе одного варна хватает. К сожалению. Да, ну я понял, да пофиг, я все равно в Грисмод не играю. Снят, я так получается. Зашел повеселить. Да. Ладно, давайте дальше тогда ливаем. Пойду. Ну, вашу доту поиграю. Давайте. Да. Второй варна я не буду выдавать, его и так сняли, поскольку там у него было 4 варна, я дал ему последний. А, ну все, я понял. Отлично. Значит, он все без привилегий остался. Да. Да, я его снял. А, ну все, значит, снова ждем его через полтора года. Ладно, это не так абсурдно, как вы, наверное, могли подумать. Потому что, если посмотреть мои ролики, то кажется, что все игроки, которые попадают ко мне на выпуск, не играли в Garry's Mod полтора года. И вот решили зайти тогда, когда я решил снять видос. Вы же, надеюсь, смотрите не только ради донатных долбоебов, потому что они почти в каждом ролике встречаются. Но и также, чтобы порофлить с каких-нибудь нелогичных правил какого-либо Dark RP сервака. Признаюсь честно, после недавнего ролика меня правила более чем устраивают. Теперь дебилов на катание можно будет спокойно привлечь по какому-нибудь нарушению, если они бегают с катаной и провоцируют полицию оскорблениями. Это будет нарушением. Нельзя все еще делать умный дом, так хоть у долбоебов, которые накупили себе слэмок, появится хоть какая-то возможность нормально их отыграть, но да ладно, это не так сильно меня заботит. Признаюсь, меня немного подбешивает то правило, которое встречается не только здесь, но и на любом другом Dark RP серваке. Оно означает то, что логи – несущественное доказательство. Смоделируем небольшую ситуацию, вот вы идете по Банклаву или же Даунтауну, и вас кто-нибудь убивает. И это был не заказ какой-либо, то есть это не киллер сделал, который может спокойно сказать, что вот у меня был заказ, все, ребята, отстаньте, я выполняю свою работу. Окей, даже вас убивает какой-нибудь бандит, горожанин или же полицейский, не суть, он делает это намеренно, делает это без какой-либо причины, то есть нарушает фрикил. Но пока вы снимали демку, на демке этого долботряса не видно, потому что он находился сзади вас, очевидно, и не попал в ваше поле зрения, но по логам есть
есть убийство от этого человека с какого-либо оружия. Подаем жалобу, просим админа посмотреть по логам, кто нас убил, тэпнуть его, разобраться, как, нахуя вообще и зачем и почему. Админ смотрит логи, находит их и тэпает нарушителя. И потом в ходе разборки говорит то, что нужна демка того, как он именно вас убивал, чтобы его было видно на этой демке, но у вас такой нету, потому что вы просто шли куда-то, вы не ожидали, что какому-то ебанутому придет в голову нарушить это правило. А, и кстати, между этой ситуацией, а также жалобой поданной, проходит не так много времени, и забыть это ну просто невозможно, если ты не какой-нибудь ебанат, который накупил себе доната на 1 000 000 000 рублей. А по статистике, именно у таких ребят куда больше проблем и с памятью, и с головой, и с причинно-следственной связью, и с моторикой рук, что они палят, блять, по всему, что движется и не движется, а что не движется, они двигают и палят по нему. Ну и в общем, этот дегроид уходит в отрицалово, мол, я не я, анальная пробка не моя, нету демки, где видно, что это я делаю, и нету там моего ника, а значит, это точно не я, потому что логи не являются доказательством. И админ еще с этим соглашается, но ты говоришь, ну в смысле, ну логи-то просто так не появляются из воздуха. Но правилам похуй, потому что они устроены именно так, то что демка является существенным доказательством. Да, с этим спорить сложно, но почему логи не являются доказательством? Для чего их тогда используют, мне вот интересно. Я в лицо ему это говорю, блядь. Понятно, но... Вышел. Так, вот это сейчас тоже не вышел, это я вышел. К стене. Пошел нахуй, долбоёб, блядь, ебаный нахуй. А что, можно прокатиться? Кружок можно сделать? Пока он ушел. А, алло, остановись. Кружок сделал. Взломал машину, и после чего тебя подцеговорил полицейский лицом к стене, и ты убегал с катаной. Ну, то, что мне сказали лицом к стене, я достал катану и убежал, да. Машину? Какую машину? Мустанг? Я не знаю. Может быть. Бирюзовый? Не, бирюзовый не. Слэш, ты здесь? Да, 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 тут. У тебя есть демка, то как он машину взломал? Так он взламывал или нет? Слышь. Он ответил хоть? Он говорит, что он не взламывал. Вот у тебя демка есть на то, что он взломал? Логи есть для этого, там написано, что он это делал. А смотри, здесь так не работает насчет логов, потому что говорили, что логи не являются доказательствами. Шо, блять? Да кто эти правила, сука, пишет? Это просто пиздец. Сделайте лоботомию, пожалуйста, кто этим руководствуется? Ты можешь себя вести адекватнее, Сибуа? Я пьяный. Ну вот, лог, посмотри. Так я неадекватный, я же даже никого не оскаю. Что за бред, блять, у тебя вот в логах написано, что он взломал машину. Типа, мне нужно демку показать, где видно, что он сидел, взламывал машину, или что? Да-да-да. Ну, то есть, логи не совсем являются доказательствами. А что, поэтому, по-твоему, не является доказательством в логе, где прямо об этом пишется? А, понимаешь, ну, это не мои проблемы. Здесь именно не я правила пишу. Здесь так работает, что логи не являются доказательствами. Ну, ты спросил, взламывал ли я бирюзовый мустанг. Бирюзовый мустанг я не взламывал. Ну, вообще, мустанг ты взламывал? Мустанг? Ну, может быть. Нет, да или нет, ну, скажи. Мне нужен точный ответ, да или нет. На бирюзовый мустанг я не взламывал, все. Обычный, просто мустанг. Мустанг, любой, вообще. Ну, может, взламывал? Может быть, там я не помню. Мне нужен. Мне нужен ответ, да или нет? Нет, не взламывал. Нет, не взламывал. ВВЗ, у тебя вот заблуждение, потому что ты взламывал. Ой, так, господи. Дальше. Ой, нет. А за провокацию что будет? С катаной ты. Сейчас я точно насчет провокации уточню. Потому что насчет так, этого. Так подожди, а вот заблуждение, за что? Ты у меня спросил, взламывал ли я бирюзовый мустанг, блять. Я тебе сейчас другой вопрос задал. Я тебе сейчас другой вопрос задал. Взламывал ли ты любой мустанг? Ты говоришь нет. Ебать, за 3 часа, которые я сейчас на сер, буду жаловаться. Хорошо. Я буду жаловаться. Хорошо, жаловаться. Я буду плакать. Я буду, знаешь, что сделать? Я знаю, что буду делать. Знаешь, что я буду делать? Также я ссылаюсь на пункт 26.3 правил. То есть ситуация была менее 5 минут назад. Нихуя, у вас получается. Ну посмотри по логам, блять. А, нон-РП, блять. Ты ебать решил меня нахуй за нон-РП забанить, блять, чисто из-за того, что 5 минут, блять, прошло или что? Получается, ну, ты сейчас ебашишь, вот запусти. Что? Ну потому что возле вокзала ты его взломал. Нет, я не возле вокзала его взломал. А, за нон-РП теперь 30 минут, Мак. 750 минут.
Так чё, выдавать мне уже тогда? Ты просто рангом ниже, вроде, наверное, не можешь выдавать. А, ну я донат модератор, я не могу, да. А, ну тогда давай я уже. Ну так, подожди, а с чего ты взял в нарушение? Ну, обоснуй. Блять, обоснуй, иди нахуй. Ну, жалобу на форум подавай, если ты не согласен с моим доходом. Так, а что жалобу на мне на форум? Ну, ладно. В цибулю целился, ей-богу, отвечаю. В цибулю целился. Пиздец, сколько дебилов. КР. А что там, вмешательство в работу? Забанили.